Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусное, простое в приготовлении блюдо. Это куриные растрепки. Сегодня они у нас будут с творогом, зеленью и чесноком. Попробуйте приготовить, и на это блюдо идут самые доступные, простые продукты. Для начала я нарезаю куриное филе небольшим кубиком. Куриное филе нарезала, добавляю сюда одно яйцо, черный молотый перец по вкусу, соль. Тру чеснок на мелкой терке. У меня это 3 крупных зубчика. Добавляю сюда творог. И теперь нам нужно вот так творог хорошо размять вилкой. Прям вместе с курицей, с яйцом. У меня творог мягкий, очень хорошо разминается. Даже если останутся крупинки, это ничего страшного. Будут попадаться, будет даже вкуснее. Перетираем все вместе. Добавляю пару столовых ложек муки, не больше, вот так, без горочки. Мелко резанную зелень петрушки. Можно добавить укроп, можно добавить даже зеленый лук. Будет очень вкусно, но творог, он сочетается с петрушкой, мне кажется, больше. Теперь все хорошо перемешиваем до однородной массы. Вот такая у нас получается масса. Она должна получиться не жидкой и не водянистой. На разогретую с маслом сковородкой выкладываю вот так вот нашу куриную массу. Не обязательно это делать в каком-то правильном порядке. Можно это вот так в хаотичном. Не делайте слишком толстые, чтобы они у нас успели прожариться. И жарю с двух сторон до красивой румяной корочки. Выкладываю вторую партию. И точно так же обжариваем с двух сторон. Ну и вот такие растрепки получились. Они получаются очень нежные и очень вкусные. Просто попробуйте так приготовить. Кто боится, что не прожарится, как только пожарите всю партию, верните обратно все на сковородку, долейте совсем капельку воды, буквально одну столовую ложку, и протомите все под крышкой. Но, уверяю вас, все очень хорошо прожаривается и получается очень вкусно. Поэтому, кому понравится рецепт, кто сделает, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые, доступные рецепты вместе со мной. Настоящая вкуснота. Так вкусно и нежно заменят обычные котлеты, очень сочные. Пробуйте, готовьте.